Всем привет, с вами Vampire Monsters и Ананасик. Сегодня мы рисуем знак Бэтмена. Кстати, я сейчас не буду монтировать видео по причинам, то что уже мало памяти становится. Кстати, еще я сегодня выложу, как мы с ней, ну, с Ананасиком открываем посылку с Алиэкспресс. Да. Я заболел. Вампир, что ты знаешь об Бэтмене? Знаю то, что персонаж Джокер в последней части Бэтмена скончался из-за наркотиков. Ну, по крайней мере, его продюсер. Это Джокер? Да. Хотя он мне так нравился. А жалко. Получается, Джокер реально умер? Да. А вы, наши подписчики, знали об этом? Если вы об этом не знали, кстати, пишите в комментарии. Кстати, заходите на канал ГАЗ. Там вот я и узнала эту информацию. Так. Если вы, конечно, любите попугаться, то заходите на этот канал. Значит, ты его советуешь? А вообще персонажа ты этого любишь? Какого? Бэтмен. Бэтмена не очень. Вот хочу на днях посмотреть фильм «Бэтмен против Супермена». Там, кстати, уже новый актер. За Бэтмена играет. Подожди, а когда этот фильм вышел? Где-то в 2012-13. Тогда все ясно. Так, как видите, у меня что-то тут вообще ничего-то не так пошло. Так. Вот у меня вот эти вот все излишки, которые у меня получились, я потом их уберу своим фломастером. Ну, черный фломастер, поскольку знак Бэтмена черный. Поэтому, если видишь, что у меня вот такие вот недочеты есть, то они потом скроются за черным карандашом. За черным маркером. Ну, маркером или. Не, у нас нету черного маркера. Да. Мама говорит, что черный плохой цвет. Так, ну что, у нас получился такой знак. Теперь мы можем искать это маркером. Так, переводим. Фломик, конечно, не очень хороший, но все же фломастер. Что вы можете сделать? Вы можете вот так вот раскрасить. Опа. Так раскрасить контур, а посередине сделать обычным черным карандашом. Проще, конечно, рисовать по клеточкам. Кстати, еще вскоре на канале Ананасик будут выходить разные ролики. Поэтому подписывайтесь. Например, как нарисовать, как, например, сложить сердце. Ну, оригами там всякое будет.
Поэтому обязательно загляните. Вот каких ты любишь видеоблогеров? Так. Так, сейчас вспомню. Гробовщика теперь я знаю. Топ-топа. Ну, можно много перечислять. Ну, таких самых. Допустим, Ивангай. О, ней. А что так к нему пессимистически относишься? Ну, например, я знаю, что Ананасик любит Джастина Бибера. Да, это не скроешь. Вот за пару дней я стала его ярой фанаткой. И новость дня. Вообще, новость такая вот масштабная. Недавно прошел Грэмми. Ну, если вы смотрите прямо сейчас видео, будете смотреть сегодня, то это было, если не ошибаюсь, позавчера вечером. В итоге Джастин получил Грэмми. Что вообще для фанаток было не то сказать неожиданностью, а было приятной новостью, поскольку Джастин очень старается. Вот вообще старается. Он хочет постоянно публику удивить. И вот эти туры, которые проходят, они очень впечатляют. И если, допустим, вы не любите Джастина, ну не знаю, по любой причине, то все равно как-то стоит сходить на его концерт, поскольку всегда это такое грандиозное шоу, которое ждут больше всего, мне кажется. Вот, допустим, у нас в России он приедет, должен в 16-м году приехать. Если он приедет, то это будет просто грандиозное событие века. Не века, а этого года. Там такое масштабное. Я открою вам один лайфхак. Ну, лайфхак. Но я что-то вообще не выговариваю это слово. Ладно. Самое крутое. Простите, просто телефон, на котором мы снимаем, он разряжается. Так. Вот все нормально. Когда расскажете карандашом, ну, сначала, если будете рассказывать веломастерам, лучше сначала расскажете карандашом для того, чтобы потом веломастер лучше лег на ваш рисунок. Прям почувствуйте прям такую мягкость. Мягкость. Мне почему-то вампир сразу вспоминает стрекала. Мягкая, мягкая бумага, фамилия. Легкая, легкая, как пушинка. Да. Вампир, ты был ярым поклонником Агарио. Сейчас ты в него играешь? Ну, нет. Ты же любил баловать своих подписчиков этими роликами. Только один ролик запустил, и все. Почему что, такой что? Пессимизм? Потому что на компе у меня нету программы для видеомонтажа, а на телефоне есть. Но которого же нет. Ну вот. Чем-то нам в этой жизни приходится расставаться. Пусть это будет не очень-то приятно, но все равно приходится. Итак, у нас получился вот такой вампир. Да, вампир. Что я говорю? Бэтмен. Логотип Бэтмена. Да. Вот, кстати, наверное, я даже принесу этот канал. Ну, не принесу, а точнее на нем мы будем с Ананасиком рисовать. Всякие логотипы там. Тогда я не вижу смысла мне создавать канал.
Как ты считаешь? Не знаю. Может быть, создать общий канал? Ну, мы тут в основном выставляем общие, поэтому... Я подумала, может быть, нам с тобой оставить канал и под этим названием у нас с тобой будут два ютубера, начинающих ютубера. Наверное, я буду вампир, а ты будешь монстерс. Это как эти игрушки монстерс. Но сегодня с тем была такой шикарный Бэтмен. Это если вампир у меня в голове. Спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Если вам, конечно, понравилось. Ну, дизлайком. Если вам не понравилось, то ставьте дизлайк, потому что здесь все честно. Да. Мы честно. Мы не обижаемся на правду. Если у вас есть какое-то мнение, вы пишите в комментариях. Ну, а с вами был я, Вампир Монстерс и... Ананасы! Пока!